все поняли. Уважаем, правила и порядок не меняйся. Да. Избрать обвиняемого Фаридуни Шамсидинова в мироприсечении в заключение под стражу. Оценить срок содержания его под стражей на 1 месяц 28 суток до 22 мая 2024 года. Избрать обвиняемому Файзову Мухаммад Сабирову Закирчоновичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок его содержания под стражей на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.